Студент первого курса Самарского колледжа сервиса производственного оборудования Владислав Шуляк получает специальность сварщика. На предложение попробовать свои силы в творческом конкурсе «Мистер и мисс студенчества Самары» откликнулся сразу. В итоге стал одним из финалистов. Я творческая личность с самого детства, я думаю, надо попробовать. Вот. И так и пришел сюда. Я занимаюсь танцами и песнями. На творческом этапе я показал номер соло своей рок-группы. У меня есть рок-группа, с которой я работаю, мы с ними дружим. И вот мы с ними пели тут и отжигали. Для выхода в финал участникам конкурса предстояло пройти три этапа. Первый – знакомство. Второй – самопрезентация, рассказ о своем хобби. Третий этап – творческий. Очень классно и здорово, что именно такие конкурсы проводятся для молодежи, потому что им необходимо показывать себя и самореализовываться, и проявлять свои таланты, и показывать их для всего своего окружения, не только для своего окружения. Они благодаря этому и чувствуют себя увереннее, и с помощью этого развивают свои таланты, может быть, выбирают свой дальнейший жизненный путь. И именно для этого, собственно, существует такой конкурс, как «Мистер и мисс студенчества». Конкурс «Мистер и мисс студенчества Самары» проводится уже в четвертый раз. В этом году на участие в нем было подано рекордное количество заявок – более 40. В финал вышли 20 юношей и девушек. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.